Здравствуйте, меня зовут Лора, мой канал Лорочка Счет. Сегодня я показываю, как я располагаю этот фатин с бабочками этими. Расправляю все. Эти бантики выкладываю так, чтобы у меня было все посередине. Я отметила на органзе середину ткани и беру лучше с изнанки, с другой стороны заколоть, чтобы было легко и просто снимать эти булавки. Вот таким образом, соединяя с серединой. Середина ткани органзы. Так, все это скрепляю. Таким образом. Аккуратненько. Так. И фиксирую. Дальше беру. Выворачиваю. Это середина. Вот эта середина органзы. Дальше выворачиваю. Смотрю, чтобы здесь все было аккуратненько. Чтобы ничего здесь не было. Никаких булавочек, никаких ниточек. Чтобы красивая середина была. Выворачиваю органзу. Так. Совмещаю срезы. Вот органзы. Вот. И скалываем. И мне нужно будет вот эти вот все срезы. Скалываю здесь фатин в середине. И по всей длине. Если мы не скололи, то у нас все двигается очень. Нужно аккуратно. Видите, середина у меня отошла. Вот. И я поправляю. Аккуратненько нужно смотреть это все. Выставляю так, чтобы оно, видите, ушло. Я поправляю. Если я здесь не сколола, нужно все фиксировать вот так, чтобы было все ровненько. Закрепляю булавочками, соединяю срезы этой. Но фатин у меня вот здесь, вот видите, лишний. И я его переворачиваю, этот фатин, и также вот так скрепляю, потому что нам нужно на машинке это все соединить строчкой. Вот так. Срезы органзы совмещаем, переворачиваем фатин. Крепим его булавками, фиксируем вот по всей длине. Вот таким образом. Все это красиво, аккуратно, чтобы все было правильно. Затем мы прострочим на машинке это соединение фатина органзы. И таким образом вот такая вот технология получается. Вот даже я могу пока заколоть и показать вам, как оно будет выглядеть в складочку. Оно очень красиво будет, очень нарядно,
пышно и загадочно. Это интересная такая потрясающая идея, с которой я делюсь с вами. Я каждый шаг вам показываю, как я это делаю, чтобы вы легко и просто сделали такую красивую. Вот, посмотрите, какая красота. Это просвещает. Посмотрите, как оно играет в середине. Эти все бантики, эти очень красиво и очень нарядно и загадочно. Какая красота! Это потрясающе такая творческая идея, такое вдохновение этой прекрасной работы. Это неповторимая идея, которую я вам показываю и делюсь этой творческой идеей, творческим вдохновением. Это потрясающая работа, потрясающая идея. И из обычной ткани флис и также обычный такой трафаретик, он на клею, но я его не приклеила. Это мне очень понравилась такая технология и такой красивый красивый бантик и красивая бабочка. Потрясающе, и оно так красиво сочетается и очень необычно и легко и просто это все делается, мои хорошие. Я с вами поделилась, как я соединяю фатин, этот декор, который я сделала на фатине, вот таком вот, и этот декор в середине органзы. Потрясающая идея. И загадочные такие вот бантики внутри органзы. Это очень красиво и очень, во-первых, и качественно, и очень загадочно. Все, мои хорошие, если вам это видео понравилось, ставьте лайки. Не забывайте нажимать колокольчики, чтобы вам приходили уведомления. И не забывайте подписываться на мой канал Лорочка Шьёт. Всем желаю хорошего настроения, творческого вдохновения, мира во всем мире и всех благ. Всем пока-пока.